Защищать и заботиться о детях нужно не только в праздник. Это своим примером показал полицейский из Казбековского района. Двое детей упали во овраг и не могли выбраться из него. К счастью, именно в это время рядом проезжал местный участковый. Подробности в сюжете Карины Баталовой. Тем злополучным вечером 7-летний Муслим и 8-летний Умар прогуливались на окраине села Дылым, неподалеку от оврага. Мальчишеское любопытство и неосторожность взяли верх, и ребята упали в глубокую ложбину. В результате открытые переломы и травмы. Детей охватила паника, пока они не увидели местного участкового, который по счастливой случайности проезжал рядом. Лица у них были, у одного на шее голова, шея, все лицо было в крови, у второго только рот и окружающее место. При осмотре обнаружил, что у одного мальчика поломано рассечение на голове, у второго поломана рука. Несмотря на очевидность ситуации, малыши уверяли полицейского в том, что ничего страшного не произошло. Магомед усадил детей в свой автомобиль, заехал за бабушкой одного из мальчиков и доставил всех в больницу. На данный момент состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Его беспокоят умеренные головные боли и боли в спине. Лечение он получает все необходимое, полным объеме. Идет положительная динамика в процессе лечения. А второй ребенок, который вместе с ним был, он при падении получил тяжелую травму правой верхней конечности. Там был открытый перелом лучевой кости со смещением отломков. И перелом лучевой кости уже закрыт. Теперь жизни ребят ничего не угрожает. Маленький Муслим с волнением вспоминает детали произошедшего. И мой друг упал. Он без сознания был. И я его другой руке вез на берег. И там я увидел там тропинку. И оттуда шел. Мы шли и увидели дорогу. Родители мальчиков тоже разволновались не на шутку. Искали их после пропажи. Полицейскому они благодарны от всей души. У меня слов нет, я как мать, я вчерашнего дня, я не знаю, как я себя чувствую. Спасибо вам огромное за все, что мимо не проехали, что забрали. Карина Баталова, Дауд Гасанов, новости НТ, Казбековский район.